Самым дорогим подарком ко дню 18-летия стали для видновчанина Александра Калюжного ключи от однокомнатной квартиры. Он стал 7-м ребенком, получившим в этом году собственное жилье в рамках государственной программы поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи от квартиры в новом жилом комплексе «Пригород Лесное», а также памятный подарок вручил Александру первый заместитель главы администрации Альберт Гравин. Я очень хотел бы пожелать тебе крепкого здоровья, огромной жизненной энергии, поскольку в твои 18 лет испытаний у тебя уже было достаточно, расти надежным защитником нашего государства, учись, получай образование и добросовестно трудись на благо вашей семьи. Будущий автомеханик Александр свою новую квартиру площадью 33,7 квадратных метра пока видел лишь на фотографиях, но уже думает о том, как ее обставить. Правда, с переездом торопиться не намерен. Через 2 месяца где-то. Пока сразу надо привыкнуть. Сначала диван, в первую очередь, вот. Потом уже, наверное, компьютер еще. Вот. Это так. Потом уже буду кухней заниматься. Когда вчера ему позвонили, он очень обрадовался, что вот ему такой момент. Его поздравили с днем рождения, он обрадовался, что он получил такой шанс себе. И он говорит, в первую очередь, я хочу посмотреть, что там, к чему, может, что-нибудь обставить, а потом уже построить свою жизнь. Мы заключаем сначала договор специализированного найма. То есть он заключается на 5 лет по завершению 5-летнего срока, за 10 дней до завершения договора, окончания договора, заключается с гражданами, ну, с детьми договор социального найма, но в случае, если они ведут хороший образ жизни. В дальнейшем Александр сможет оформить квартиру в собственность. До конца года жилье получат еще 2 ребенка, оставшихся без попечения родителей.